Весенние цветы на смену зимней стужи, неброской красоты, дары, что нежат душу. Здравствуйте, с вами Анна Белкина, приветствую вас в прекрасном весеннем мире цветов. Древние китайские императоры династии Тан и Сун были покровителями цветоводства. Император Хуан Сун даже назначал служителей для цветов. Так, например, за пионом должна была ухаживать специально обученная девушка. Кисточкой, сделанной из шерсти кролика, она омывала листья цветка. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, герой сегодняшней нашей программы – пион. Вот. Ну, исходя из легенды, понятно, что в Китае его очень почитали. Что же китайцы говорят об этом прекрасном цветке? Ну, китайцы считают пион королем цветков или цветочной феей. В Китае на языке цветов он обозначает стыдливость, застенчивость и благородство. Есть даже такое выражение – покраснел, как пион. Ну да, такой вот, зарделся так слегка. Да. А если говорить уже о наших российских условиях, вот кроме вот этой расцветки, какие еще бывают? Расцветок очень много. Они все достаточно природные, отличаются либо светлым тоном, либо очень ярким. То есть они бывают красные, нежно-розовые, нежно-лимонно-желтые. Ну, в общем, множество. Гамма и палитра очень богатая у пионов. Единственное, что они бывают синими. Не видела сильно каких-то фиолетовых. То есть, а так вот расцветок очень много. Вот пион иногда часто сравнивают с розой, ну и действительно есть некоторое внешнее сходство. Но вот что касается по цене, вот он может соперничать с розой? Дороже, дешевле стоит? Дело в том, что пион очень сезонный цветок. То есть мне в сезон он стоит очень дорого, дороже розы ну, в полтора раза точно. Иногда и до 300 рублей доходит его цена. В сезон, когда их много, их можно купить по очень дешевой цене, их можно вырастить, они очень неприхотливые, поэтому, конечно, цена падает. А так как он сезонный, зимой, например, его очень сложно достать. Ну, поставки, конечно, есть, но они баснословно дорого стоят. Но вот если говорить о неприхотливости, как насчет домашних условий, как ухаживать, как сохранить? Ну, мы будем говорить о срезке, о срезанном цветке. Соответственно, в срезке пионы не очень долго живут. Почему? Потому что они очень быстро раскрываются, когда свет падает. Соответственно, если пионы раскрылись, то им осталось не очень долго жить, максимум неделю. Значит, чтобы его подольше сохранить в срезке, нужно обратить внимание при покупке. Значит, пион срезают в полураспущенном состоянии. То есть, вот, ну, примерно в таком. Или вообще вот в таком. В закрытом. Да, в закрытом. То есть, его срезали. Если пион в таком состоянии, значит, он еще поживет. Желательно ему, конечно, отвести самое холодное место. Он, ну, вот в магазинах он стоит в холодильнике, к примеру. Тогда он продлевается. Сохраняется получше, да. Дома что мы можем сделать? В чистую вазу, обеззараженную, он очень прихотлив, ну, в грязной воде. Наливаем водички, ну, вот так примерно, да? То есть даже можно, в принципе, до половины, но при этом убрать листья. Ну, косой срез, как обычно, 45 градусов. Водичка холодная? Вода самая холоднейшая, насколько можно. Ну, и желательно на ночь все-таки его накрывать. Он тогда превращается в бутончик, когда мы его накрываем, и утром опять раскрывается. Как клетку с попугайчиком, да? Чем-то накрыть обязательно. Это будет такой наиболее возможный вариант сохранения цветка дома. Ну вот, вы говорите, что иногда он там по цене даже в полтора раза дороже розы, но, соответственно, значит, его и ценят и садоводы, и не только в Китае, наверняка еще и в Европе. Вот что европейская символика говорит об этом цветке? Европейская символика нам говорит, что он обозначает пламенную любовь, а также символ женской красоты, весны и любви. И что-то еще говорили греки по поводу пионов? Греки вообще считали, что пион вылечит 20 болезней. В Древней Греции пион ценили как лекарственное растение. Есть даже легенда по этому поводу. Поссорились как-то бог подземного царства Аид и герой Геракл. И нанес Геракл страшные раны Аиду.
и никто не мог исцелить бога. И тогда позвали Пиона, ученика Эскулапа. Принес он неизвестное никому растение и излечил Аида. Эскулап позавидовал ему и велел тайно убить своего ученика, который посмел превзойти учителя. Но боги предотвратили злодеяние и превратили пион в прекрасный цветок, напоминающий роскошную розу. Если вы хотите среди домашних растений иметь необычный и экзотический экземпляр, выращивайте налину. Благодаря своей морщинистой коре и вздутому, будто луковица, основанию, она получила название «слоновья нога». Екатерина, а есть ли еще какие-то названия у этого необычного растения? Да, бутылочное дерево или конский хвост за счет его зелени. Ну, такой... таких вот листьев, как вот хвостики такие, да? А как ухаживать? Вот оно такое экзотическое, наверное, какой-нибудь необычный уход нужен. Нет, слоновья нога, она очень-очень неприхотливое растение. Единственный его, может быть, для кого-то недостаток, оно медленно растет. Но есть несколько способов, так скажем, увеличить рост. Значит, его нужно поливать зимой очень редко, раз в две недели. Ну, прям мой вариант. Да, оно неприхотливо, значит, к воде. И вообще любит, чтобы земляной ком между поливами просыхал хорошенько. Как следует, да? Да. В летний период можно поливать чаще, один раз в неделю, в 6 дней. И летом, конечно же, лучше подкармливать. Вот если вы ее подкармливаете, она будет побыстрее расти. Соответственно, если вы хотите, чтобы она удлинилась чуть, так скажем, подросла вот именно вот эта часть, да, то можно поливать ее почаще, чем раз в две недели, но все-таки следить за тем, чтобы не переливать, потому что единственное, что она не любит, это много воды. Вот. Если будут подсыхать кончики, то значит нужно обратить внимание на влажность воздуха. Она должна быть не меньше 50% влажности. Ну, там, может быть, опрыскивать, да, как-то там. Если сохнут, то вообще лучше поставить в поддон с мокрой галькой, постоянно подливать, чтобы испарялась влага, да. Чтобы был поровный увлажнитель воздуха. Вот. Достоинство ее в том, что она не болеет практически. Если вдруг и появятся какие-то вредители, это только лишь от того, что в воздухе, ну, очень-очень сухо. Но это так редко бывает, что все-таки... Поэтому она практически не болеет. Слоновье здоровье. Да, да. Слоновье энергии. То есть для любителей, совсем не профессионалов, для тех, кому некогда... Для ленивых, да, забывчивых. Да, это идеальный вариант, потому что она долго растет, медленно, не требует никакого ухода. То есть про нее можно, в принципе, забыть иногда поливать. А как долго она живет в домашних условиях? Ну, 12-15 лет, я думаю, что больше, потому что ну, она очень медленно растет. Ну, то есть такой долгожитель, долгожитель цветочный, да? Долгожитель, да. Практически баобаб комнатный. Ну, помимо того, что это экзотическое растение приносит эстетическое удовольствие, есть ли какая-то практическая польза от него? Да, она вообще в народе еще называется мексиканской пальмой. Соответственно, в Мексике из ее листвы плетут корзинки и шляпы сомбреро. А в наших современных российских условиях? Она улучшает воздушную обстановку в комнате, больше кислорода от нее. Ну, соответственно, профилактика простудных заболеваний, да? Да. Налина – прекрасное решение для современного интерьера. Она может стать отличным украшением вашего дома. Особенно хорошо она смотрится в помещениях с современным дизайном в стиле хай-тек или фьюжн. День Светлой Пасхи или Воскресение Христова – один из самых главных праздников православных христиан. Он совпадает с пробуждением природы от зимнего сна, дарит радость и согревает солнышко. Как здорово в этот день порадовать близких людей и сделать душевный подарок, например, цветочную композицию. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем использовать для нашей композиции? Сегодня для нашей композиции мы используем кашпо из натурального материальчика сизаль. Натуральные материалы здесь преимущественны, потому что праздник светлый, весенний.
Мы используем оазис, флористическую пену, в которую мы будем вставлять наши цветочки. Она пропитана водичкой, цветы в ней долго не завянут. Мох декоративный. Натуральный. Да. Такую. Декоративные элементы, как буксус, wax flowers, цветочки герберы, искусственные яйца и композицию с птичкой. С чего начинаем? Начинаем с того, что нам нужно в наше кашпо поместить оазис. Помещаем. Оазис я предварительно вырезала необходимой формы, замочила водичкой, чтобы не тратить на это время. Вот, оазис мы поместили на самое донышко. Кашпо у нас изнутри покрыто пленочкой, что не допустит вытекания водички. Начинаем композицию мы с того, что крепим наш мох. Он просто кладется на оазис и будет от него питаться водичкой. Располагаем его нужным нам образом. Вот. Дальше мы начинаем компоновать нашу композицию. Крепим в кашпо птичку. Тоже такой весенний элемент. Да. Дальше нам нужны герберы. Праздничного, солнечного яркого оттенка. Сами цветочки напоминают солнышко, цвет их очень яркий, весенний. Теперь черед. Дальше мы берем наши искусственные яйца. Ну, какая же Пасха, конечно, без этого атрибута. Так, их мы сквозь мох вставляем. Ну, заодно и мох никуда не денется, да? Да, он у нас не закреплен, просто лежит на оазисе. Чтобы наши искусственные яйца хорошо смотрелись в композиции, надо их оживить. Мы их оживим натуральными цветочками ваксфлауэрсами, заодно заполним пустоты между ними. Смотреться будет очень нежненько. У ваксфлауэрса очень приятный запах. Он особенно при снятии с него листьев, при прикосновении тепле пахнет вереском. То есть как раз то, что нужно для праздника, для такого. Композиция будет не только красивая, но и ароматная. Теперь декорируем оставшееся пространство зеленью буксуса. Его можно пустить не обязательно прямо, а, скажем, под углом. Ага, то есть он как бы обвивать будет. Да, оплетает композицию. Бесцветочная зелень ваксфлауэрса может помочь заполнить пространство рядом с герберами. То есть пригодится в хозяйстве все. Конечно. Наша композиция практически готова. Чтобы придать ей ее окончательный вид, мы сделаем бантик с ленточкой. Да. Ну, бантик, понятно, под цвет гербер. Ленточку взяла специально прозрачную, чтобы она смотрелась воздушно и легко. Наша пасхальная композиция готова. Вот такая у нас получилась прелестная композиция. Цветы – лучшее украшение для любого праздника. А в пасхальном декоре цветочные композиции также актуальны. Композиция из цветов создаст светлое воскресенье, особенно радостную и приятную атмосферу.